Дорогие друзья, коллеги, специалисты в области маркетинговых исследований, мы видим, как стремительно меняется наш личный, социальный, политический и деловой ландшафт. Поскольку наше общество столкнулось с новыми реалиями, важно правильно понимать чаяния людей, их надежды, страхи, заботы и желания. Мы являемся экспертами в этой области, и именно сейчас правительство, организации и лица, принимающие решения, нуждаются в наших рекомендациях о том, какие факторы влияют на поведение людей. Исходя из этого, сейчас нам необходимо взглянуть на наши стратегии не только в краткосрочной, но и в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Мы – сильное международное сообщество. Вместе мы сильнее и обладаем большей информацией. Мы в ESOMAR стремимся выслушать и понять ваши проблемы, с тем, чтобы выработать рекомендации и творческие подходы для преодоления вызовов, с которыми мы все столкнулись. Для этого мы организовываем серию инициатив, чтобы выслушать вас, способствовать общению между вами и поделиться лучшими идеями со всеми. Этот кризис также открывает новые перспективы, такие как новые подходы к работе, обновленные методологии, оригинальные решения, а также возможности для инвестиций, для новых партнерских отношений и форм сотрудничества. Давайте совместно рассмотрим их, чтобы лучше способствовать нынешним обстоятельствам и быть подготовленными к завтрашнему дню. Не стоит забывать и про финансовые последствия нынешней ситуации для нашей индустрии. Давайте же проявим финансовую ответственность. Наше мировое сообщество очень разнообразно. Оно состоит из множества фрилансеров, индивидуальных, малых и средних компаний, которые сильно подвержены резким изменениям. Подумайте дважды, прежде чем отменять проекты, и решите, есть ли возможность их как-либо адаптировать к новым условиям. Если можете, пересмотрите условия оплаты и оцените их влияние на денежные потоки малых компаний. Давайте все будем ответственны. Давайте сделаем все возможное для поддержания нашей экосистемы и обеспечения здорового будущего. Давайте укрепим наше сообщество. Спасибо. Берегите себя и своих близких.